Вот тут некогда была площадка со скамейками между яблонь. Одну из яблонь в дождливую ночь, после дождливой ночи было найдено повешенное тело. Прямо под окнами моей квартиры, она в том доме. Все заросло, не пробраться. Вот тут стояла скамейка. Пробую подойти к своему старому дому и снять балкон. Все заросло. Был вполне проходимый такой сад. Вот. Вот он. Одни края. Вот мой балкон. Уже он застекленный. Вот. И я выходил с балкона и смотрел на этот палисадник и далее на ботанический сад. Кирзовые сапоги. Полное запустение. Как-то иду вот по этой дорожке. Тогда еще не такой широкая была тропка. А товарищ серый копает тут яму, большую яму. Я у него спрашиваю, что делаешь? Могилу копаешь? Вот в этом доме жил серый. Мы идем вдоль забора ботанического сада к местности, которая называется собачья площадка. Слева стоял частный дом, вот его развалины просматриваются через кусты. Сейчас мы попробуем туда спуститься. Был частный дом за домом номер 11 по Бастионному переулку. Вот до сих пор мы видим остатки фундамента, какие-то деревянные перекрытия. Дом Бастионный переулок 11, дом художников. Поднимемся обратно на горку. Он уже в ботсаду полно народу, хотя сирень вроде еще не цветет. Вот местность вниз сходит террасами. Обычно я снимал это место, поднимаясь снизу вверх в нескольких фильмах. А теперь сверху вниз. Тут я катался на санках с братом. Справа местная собачка уходит ярами. Я не зря часто снимаю это место, оно имеет для меня особое значение. Вот именно этот пятачок.
Тропка поднимается по террасам собачьей площадки. Поднимемся и мы по ней. Когда я брожу здесь, мне кажется, что рядом бежит моя собака Бобик. В этом доме жили друзья Бобика. Эрдель Даша, Овчар Найс, Спаниель Бэк. Что там, не остатки лисанок валяются? Да, тут все склоны объезжены нами, окрестной детворой на санках. Конечно, мне ничего не стоит свернуть в ботсад, побродить там, но сегодня я не в настроении идти в ботанический сад. Хочу побродить по собачьей площадке. К тому есть пространство и время. Так все заросло здесь кленами. А куда же делись вишни? Я помню собачью площадку в цвету вишневом. И запахи цветущих вишен. Внезапно мы вышли на бывшую спортивную площадку. По ее периметру стояла ограда. Перед это место, где жарят шашлыки. Вот тут были футбольные ворота. Ограду давно унесли на металлолом. Площадка превращена в какое-то стойбище первобытных людей. Вот где заросли молодой вишни, вот эти вот внизу, их раньше не было. Тут была суглинная площадка, на ней играли в футбол и гуляли с собаками. Возвышается терраса, вот здесь стояла скамейка, окруженная вишнями и кустами сирени. Ну, вишня, как мы видим сейчас, дикорастущая, растет и цветет. Как это фильм Мичурина, фильм про Мичурина, Довженко назывался «Жизнь в цвету». Сейчас к месту бывшей скамейки, пожалуй, не подобраться. На скамейке вечером кто-то сидел, бренчал на гитаре. А вот где-то тут. Вот здесь стояла скамейка. Конечно, его уже уволокли. Может быть, несколько десятилетий назад. Она осталась только в моей памяти. Это тропа. По ней собачники в любую погоду взбирались, в снег, в дождь, даже обледеневши, когда она была, мы с собаками поднимались наверх, шли в ботанический сад, а потом спускались. Если было скользко, то просто садились на задницу и ехали вниз. Тропа идет вниз к подпорной стене. Так мы выходим к яру. Там за яром начинаются остатки частного сектора улицы Мичурина. Вот, в самом яру видны развалины погребов. Когда-то по этому яру
по времени существования Звельницкой крепости, вот сюда. Вот тут по яру шла дорога. Яр довольно короткий, но ощутимый. И за ним заборчик частного сектора. Уже от частного сектора рожки и дорожки остались. Вот этот пригорочек, где была скамейка. Здесь я тоже катался на санках. Это уже спуск к Бастионному переулку. Тут жестко было на санках ехать, потому что вниз там на полпути лестничка из бетонных ступеней, и потом вылетаешь к другой лестничке. Вот растут старые клены. Вот вообще все заросло кленами. Хочу подойти к яру в его начале. Когда я здесь жил, я... Ну нафиг мне был этот яр. Теперь интересно. Вот эта лестничка. Представляете, если тут все заледенело, довольно стрёмно вылетать сюда на санках. Так. Вот здесь в 80-х была ухоженная детская площадка. Что от нее осталось? Да ничего не осталось. Вместо поваленных стволов деревьев была расчищенная дорожка. Мы сюда еще вернемся. Давайте спустимся сюда. Захламленное начало яра. Мне кажется, несколько погребов еще уцелело. Вот этот правый, на нем следы замка. А так тут... В принципе, яр превращен в свалку. Возвращаемся к опорной стене и обойдем собачку по периметру. Собачка ограждена от Бастионного переулка опорной стеной, которая длится до самой улицы Мичурина. Вот эта опорная стена. Мы поднимаемся снова к собачке и пройдем ее вдоль опорной стены. Видите, какая тут структура местности? Терраса, потом подъем, терраса. Совершенно непонятно, когда это все было террасировано. Я вижу, зеленстройщики или кто там, коммунальщики уже и сюда добрались. Кому тут мешали деревья, я не знаю. Еще и как бобры подгрызлись к этому дереву. Наверное, силенок не хватило или что. Тут идет пригорочек слева. Вот тут была в 90-х даже. Не было этих кустов. Была площадка. Опять же, мы собаченьки тут собирались, тусили. Собаки тут тусили. Вот. Отсюда наверх шла лестничка
из деревянных ступенек, чтобы было проще взбираться. Теперь ни ступенек, ни лестнички, а остатки тропы. Мы направляемся в сторону дома художников. Такая вот высотка, старая высотка советская, и в ней жило много художников. Не знаю, как сейчас. На верхних этажах их мастерские. Вот такой дом художников. Он попал в советскую комедию. Я все время забываю ее название. Там Светин, Москов играет. Вот тут справа в квартире жила Родельша Даша, наша знакомая. Так. Пойдем дальше. Раньше тут была грунтовка, усыпанная какими-то камешками. Теперь вот нафиг забетонировали. Вот. Я снимал эти же яры отсюда. Бежит кошечка. Опорная стена тут наиболее высокая. Мы вернулись к началу собачки. Мы сегодня сюда еще не спускались. Поэтому я выберусь. Вот знакомый многим зрителям киевской амплитуды планеты Киева ракурс. Начало собачьей площадки возле дома на Бастионном переулке 11. Вот я снова поднимаюсь к своему любимому месту. Таким образом круг замкнулся. Это было грустное путешествие по собачьей площадке, местности моего детства и юности. Планета Киев, серия «Собачья площадка», «Собачка». Всем пока.